Итак, это волк. Да. Видит тебя. О. Идет на тебя. Ладно. Он уже близко. Уф. Он атакует. Плохо, ты мешкал, все умерли. Боуди, нужно найти огонь в себе. А что посоветуете начинающим музыкантам? Жгите вовсю и не сдавайтесь. Ты не будешь музыкантом, Боуди, ты станешь стражем. Примеры и последствия отсутствия стрижки. Боуди, это не ты. А кто будет охранять все это после меня? Отправляйся в город. Но если провалишься, вернешься и больше никогда никакой музыки. Один из мастифов уезжает! Энгус Каторгуд. Не скажите, где в рок-н-ролл берут? Нельзя так просто пойти к Энгусу Скаттергуду. Да запросто. Не хотите ли вы учить меня музыке? Учить музыке? Только ноги вытри у входа. Ладно, я уже. Поймаем пса. И гора наша. Ну, готово, Энгус? Мне нужно время. У тебя 3 дня. Как я напишу песню за 3 дня? Что это? Ты как рок-звезда. Переверните каждый сантиметр города. Только попробуйте мне его проморгать. Да, босс, мы вообще не моргаем. Алло? Если б ты чувствовал, что чувствую я, это ответ на вопрос всей жизни. Рок-дог. Что? И это был ваш план? Обалдеть, можно.